В Украине идет война. Мирные жители очень страдают, гибнут. Посмотрите на эти руины, посмотрите на эти пожары. Мне когда-то давно снился сон, что в Украине будет война хуже, чем в Чечне. Сложно было в это поверить. Женщины, старики, дети пытаются спастись. Люди гибнут, мирные люди. Снаряды попадают по машинам, семьи с детьми гибнут под минометным огнем. И несмотря ни на что, посмотрите на эти лица. Люди спасают домашних питомцев, кошек, собак. Своих не бросают. Несут через взорванные мосты. Тащат на себе вместо теплой одежды и запаса еды. Даже в Чечне спасение питомцев было редкостью. С собой в горные села и сопредельные республики иногда забирали кошек. Собаки по местной традиции жили во дворах. В доме собаку держать нельзя, поэтому люди оставляли их, спасая себя и детей. Редко кто забирал с собой. Животные, к сожалению, гибли первыми. Они были совершенно беззащитны. Оставшихся в живых собак безжалостно отстреливали военные. В Украине сейчас много бездомных животных. Их пытаются спасти волонтеры. Посмотрите, как люди бережно выносят из-под огня своих кошек, собак и других питомцев. Эти люди – герои и являются примером, как следует поступать. Когда кто-то скажет вам: «Мне пришлось отдать животное в приют из-за моего переезда», покажите им фотографии этих людей, которые не бросают своих друзей-животных даже во время войны.